Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я покажу разновидности салютов, да, разновидности салютов, ну, не каждый снимет это. Берем порох, я буду прям все показывать. Берем серый краситель, вот у нас получается звездочка, но я не хочу такой темный брать, розовый, вот. И если вы хотите прям что-то крутое сделать, берем перышко и видим, что у нас это не исчезает. И мы видим всплеск. Делаем. Там где это? Порох и бумага. Видим салют. Ночь. И смотрим, как это выглядит. У нас получается... Не обычный салютик, а такой. Не знаю, что даже сказать. Ну такой, всплеск, да. Опять же, берем порох. Кладем краситель. И что еще положить? Ну вот, светящаяся пыль. Видим мерцание. А, у меня же еще салют не создал. Порох и бумага. Видим салют и смотрим. Получаем мерцание. Опять же делаем звездочку с желтым цветом. Так, перышко. А с ниткой? Нет, с ниткой ничего. Перо. Что это у нас? Всплеск. Это уже только что был. С этим ничего не бывает, да. Значит, берем алмаз. Я сначала сам не верил, что будет что-то с алмазом, но... Получается след. Да? След. Делаем опять же салютик. Хорошо, что сейчас ночь. И вот. Какая красота. А много салютов. Ну да, нормально. Только у меня ХПС жестко просел. Ну ладно. Так. Берем опять же порох. С изумрудом тоже ничего не будет. Так что вот это самое крутое, по моему мнению. Ну что, фиолетовый. Большой шар. А потом я покажу, как это прям все выглядит. Так, бумага и порох. Порох. Так, уже, наверное, надо заменить. Смотрим. Вот, большой шар. Очень красиво. Иди. Очень красиво получается. Ну, сейчас у меня FPS присядет. Хотя не очень. Ну, сейчас я вроде все показал, не? Да, все. Ну, можно также делать такой же салют, только с головой крипера. Или это у меня лаг, что только с головой крипера. Получается, они со скелетом. О, криперообразный. А я положу череп-скелет. Так, ну теперь кладем. Раз, два, три. И... Ты нет. Перышко здесь не подойдет. Да. Чего еще? Ну, можно еще. Хотя нет, хотя да. Все, я вроде сюда. А, изумруд. Нет. В лесах нет. Ну все, я думаю, я все сделал, показал. Осталось только это продемонстрировать. Так. Бумага. И порох. Порох. Наступает утро.
Мне их не нравится. Так, это не тот салютик. Кажется. И не то. Вот это? Нет. Так, я уже зову, куда я его положил. Вот он. ФПС жестко просел. Но зато красиво. Так, сейчас я подвешу команду. Тайный сет. XP, бегун. Таймсет. Вот это вроде. И нет. Окей, я ошибся. Ладно. Надеюсь, я хоть кому-нибудь помог. Ну, вдруг кто-то хочет кого-нибудь там порадовать, с днем рождения поздравить в Майнкрафте, такую автоматическую сделать. Типа. Ну да, вы меня поняли. Надеюсь. Ну. Что-то тут одни с... Не-не. Тут спаунер. Круто. Тут спаунер. И... Ребят, кому я помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы здесь впервые. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.